Служба судебных приставов с каждым годом перечисляет все большие суммы в бюджеты всех уровней. По данным экспертов, сумма взысканий в среднем в 3-4 раза превышает расходы на содержание службы, так что приставы себя окупают. В прошлом году в Хакасии было взыскано 2 с четвертью миллиарда рублей, наполовину больше, чем в 2014 году. Структурными подразделениями управления взыскано в пользу бюджета 600 миллионов рублей, что на 240 больше, чем в 2014 году. Особенной задачей управления является взыскание налогов и сборов и штрафов в бюджет Республики Хакасия. Самый большой доход казне Хакасии приносят нерадивые водители-нарушители – 50 миллионов рублей в виде штрафов. В арсенале судебных приставов есть несколько жестких, но эффективных способов борьбы с неплательщиками. 10 тысяч человек из-за непогашенных долгов не смогли выехать из Хакасии за границу. 5 тысяч человек получили в качестве профилактической меры по несколько дней отсидки в изоляторе. Глава республики Виктор Зимин отметил также участие приставов в программе возрождения малых сел и помощь сотрудников службы, пострадавшим от апрельских пожаров. Отдельного внимания всегда заслуживает исполнение судебных актов в пользу наших граждан, которые нуждаются в особой социальной защите. Благодарю за принципиальную позицию в этих вопросах. Знаю, что очень большая работа ведется в отношении граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов. Если не ошибаюсь, только в прошлом году в отношении неплательщика возбуждено больше 500 уголовных дел. Руководитель управления наградил главу региона медалью за вклад в развитие службы судебных приставов. Виктор Зимин вручил самым отличившимся сотрудникам благодарственные письма. Пообещал, что для управления за бюджетные средства приобретут специальный программный комплекс «Дорожный пристав», который в режиме онлайн будет отслеживать проезжающие автомобили и фиксировать неплательщиков. А женщинам ведомства гарантировал, что их дети будут вне очереди зачисляться в детские сады. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия.